Аргали Марко Поло, или Памирский горный баран. Этот архар назван в честь выдающегося венецианского путешественника Марко Поло, который первым из европейцев описал его рога еще в XIII веке. Этот архар считается самым крупным представителем семейства горных баранов. Его внушительные рога могут составлять до 13% всей массы тела. Наиболее крупные особи встречаются в центральных и восточных регионах Памира в Таджикистане на высоте около 5000 метров над уровнем моря. Самцы существенно превосходят в размере самок, и рога их достигают длины 170 сантиметров.